Лагерь Чипова. Как мило. Что такое Чипова? Это древнее индейское слово. Что означает сирота? Свежий воздух, запах сосен. Мам, мне не очень здесь нравится. Перестань. Посмотри, какой ты грязный. Тельма, оставь его в покое. Боже мой, я не могу дышать. Стой прямо и улыбайся. Вот поэтому он постоянно болеет. Мел, не начинай. Это правда. Ты так делаешь. Это не имеет отношения к аллергии. Внимание, ребята! У меня прекрасная идея. Среда, Паксли и мистер Глики так и не поняли духа Чипова. Так же, как и их маленькие друзья. И это грустно. Да. Нам это очень не нравится. Да. Нам бы хотелось, чтобы они умерли. Да. О, нет, это не так. Знаете, что мы с ними сделаем? Мы подадим им пример. Мы покажем им, что все, даже такие странные и бледные, могут веселиться и прекрасно проводить время. Хотят они этого или нет. Что вы собираетесь делать? Да, это просто Бэмби. Лесси возвращается домой. Русалочка. Хватит. Он ведь еще ребенок. Не волнуйся, мы выберемся отсюда. Что? Но это Дисней. Да. Вы хотите что-нибудь сказать? Да. И что же это? Я не веселая. Это уж точно. Но я хочу стать веселой. В самом деле? Я хочу улыбаться, петь, танцевать и играть в пьесе Гарри. Дорогая, ты правда хочешь? А, она хорошенькая. Она меня пугает. Да. Да. Каждое лето мы используем эту возможность, чтобы отметить одно из важнейших событий в истории Америки. В этом году мы отпразднуем очень важный день из нашего прошлого, первый день благодарения. Это день маиса. Это индейское слово означает кукуруза. День превосходного ужина с индейкой и день братства. Итак, белое мясо и темное мясо. Угощайтесь. Я так рада, что мы пригласили на этот праздничный ужин индейцев Чипова. Помните, эти дикари — наши гости. Мы не должны удивляться их странным костюмам. В конце концов, им не знакомы такие достижения цивилизации, как прекрасные школы, библиотеки, шампунь. Приветствую вас. Я девушка Чипова. Индианка. Этим все сказано. А я бегущий медведь, ее жених. По пьесе. Стоило ли платить 20 тысяч долларов за этот лагерь? Мы принесли специальный подарок для праздничного ужина. Я индейка. Убейте меня. Какой хороший подарок! Да вы такие же цивилизованные, как и мы. Только мы носим туфли, и у нас есть фамилии. Добро пожаловать к столу в наши новые примитивные друзья. Спасибо, Сара Миллер. Ты самая красивая из всех, кого я видела. Твои волосы как солнце, твоя кожа как молоко, и все тебя любят. Перестаньте. Садитесь. Подожди. Что? Мы не можем разделить с тобой хлеб. Бекки, что происходит? Среда. Вы заняли землю, которая по праву принадлежит нам.
Через много лет мои люди будут вынуждены жить в домах на колесах, в резервациях. Ваши люди будут носить кардиганы и пить коктейли. А мы будем продавать браслеты у дорог. Вы будете играть в гольф и наслаждаться горячей закуской. Мои люди познают боль и деградируют. Так сказали боги моего племени. Они сказали: не доверяйте бледнолицам, особенно Саре Миллер. Гарри, она изменила текст. И поэтому я решила снять с тебя скальп и сжечь твою деревню дотла. Дети! Ребята! Прекратите, это же не по пьесе! Он не компанейский мальчик. Он особенный ребенок, но ему нужны друзья. Вот такие друзья. Простите. Остановите их! Yeah.